Вера в приход Машиаха – это главная идея вообще в еврейской вере. Икар ха-бедас. По примеру Ехида Шалом, по примеру Всевышнего. Идея, которая не имеет отношения ни к Седер Гештальсу, ни выше Седер Гештальсу. Это Всевышний. Выше понятие голос, геула. Туда входит все. Сущность. Сущность, она включает все. Не для того, чтобы исправить мир. Это самостоятельная идея. Мелах мебейс довид. И есть следствие от этого, что он приходит в мир, раскрывается в мире, строит храмы. Сюда понятно, что также авойда, через которую делается вот сама эта идея прихода Машиаха, это занятие Торой лишмо, изучение Торы ради нее самой. Поскольку все, что приходит в мир, придет в мир в будущем, оно от нашей работы. Также приход Машиаха тоже от нашей работы. То есть что-то мы такое делаем во время голоса, что это действие вызывает приход Машиаха.